Где-то меньше, чем на 2 балла, Алена Леонова получила за короткую программу. Но, внимание, первая наша участница Полина Коробейникова, 19 место после короткой программы. Ну, вот эту произвольную программу на чемпионате Европы в Шеффилде Полина выполнила просто блестяще, что и позволило ей в своем дебютном европейском чемпионате занять 4-е место. Все, конечно, получилось.